здравствуйте! В эфире программа «Афиша» и я, Юлия Север. О грядущих мероприятиях расскажу в ближайшие минуты. 25 июля в Самаре пройдет международный фестиваль уличного кино. Самара вошла в число 30 городов, получивших возможность оценить короткометражки еще не растиражированных авторов. Грядущий фестиваль проводится в нашем городе уже второй раз. Организаторы обещают не только кино, но и фаер-шоу, конкурсы и гастрономическую программу. Всех киноманов ждут в загородном парке. В эту субботу состоится парусная регата памяти Владимира Высоцкого. В 11:00 15-ю регату откроют возложение цветов к памятнику Барда около Дворца спорта. В 12 участники отправятся от пристани Осипенко к месту проведения. Гонки состоятся вблизи острова Голодный. Старт назначен на 14:00 в акватории базы «Буревестник». Ближе к вечеру заготовили творческую программу. Принять участие в качестве зрителя и болельщика сможете и вы. Не пропустите. С 24 по 26 июля Самару подхватит и закружит фестиваль «Протока». Поток творчества и самопознания, йоги и медитации, танцев и музыки. Фестиваль вот уже не в первый раз собирает гостей из Самары, Тольятти, Ульяновска, Саранска, Казани, Волгограда, Москвы и других городов России. «Протока» соединит тех, кто танцует, медитирует, творит, совершенствуется и открывается миру. Вливайся и ты, тебя уже ждут на Мастряковских озерах. И это все, что заготовила для вас на сегодня. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Пока-пока!